Познакомьтесь с Майклом Перклином, экспертом в области компьютеров и безопасности, энтузиастом блокчейн и криптовалют, консультантом, профессором и разработчиком программного обеспечения. Перклин получил степень бакалавра в области компьютерных наук и информационной безопасности в колледже Шеридан, а также степень магистра по информационной безопасности в университете Девенпорта. Он работал в некоторых компаниях в качестве советника и разработчика программных обеспечений, а также профессором в колледже Шеридан. После начала развития криптовалют и технологии блокчейн он начал работать в этой области. В настоящее время он занимает должность директора в Bitcoin Foundation, является президентом Cryptocurrency Certification Consortium, главным сотрудником по информационной безопасности в ShapeShift, а также консультантом по безопасности блокчейн в SALT.